Серьезная авария произошла во вторник днем на пересечении улиц Лежневской и Вележской. В автомобиль «Форд», двигавшийся на разрешающий сигнал светофора по направлению в сторону автовокзала, врезалась «Лада Приора». Водитель «ВАЗа» поворачивал налево на Вележскую, не убедившись, что его пропускают. При этом двигался в противоречие правилам вторым рядом. Водитель «Форда» так запомнил момент столкновения. Я не успел уже затормозить. Удар у нее. Дальше сработали подушки. Я уже ничего не понимаю, что, чего и как тут происходило. Кто-то, наверное, влетел в меня. Я не знаю, куда меня отбросил. Ну, машину развернуло на встречную полосу. От сильнейшего удара «Форд Фокус» развернуло, и он по касательной задел еще два автомобиля – ВАЗ-2107 и БМВ. Серьезно пострадала пассажирка «Форда». К счастью, сработали подушки безопасности, однако женщину зажало в салоне иномарки. Выбраться из искореженного автомобиля ей помогали спасатели. Травму получили еще двое участников аварии. Предварительно в данном происшествии пострадало трое. Причем один из них – это ребенок 5-месячный, который находился в «Ладе Приоре» на руках своей матери. Ребенок, соответственно, был без детского удерживающего устройства. Итог ошибки одного водителя – 4 разбитых автомобиля и 3 пострадавших пассажиров. Движение по улице Лежневской около часа было практически парализовано. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.